Все, я хотел бы искренне такое соболезнование сказать и жене Ане, и всем детям, сыновьям, дочерям, внукам, да утешит Господь. Брат Иван, он мой ровесник, на год меньше, чем я. Он пережил опенхарт, и я пережил. Это был благословенный брат. Он так любил, особенно когда приезжали братья-гости с Черновиц или с Румынии. Он всегда переводчиков искал, заботился, чтобы дали место в церкви, благословили. Такой переживательный был, внимательный, заботился. Труженик, мы понимаем, сегодня он уже дома, а мы на пути еще. И Писание так говорит, братья и сестры, читаю место Слова Божьего с Откровения, 14 глава, вы все знаете, я только напомню, 13 стих. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блажены мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Блажены мертвые, умирающие в Господе. Брат Ваня, наш брат, он был христианин в Господе, с Господом. Да, и жизнь его закончилась уже. И только, говорит, вслед дела, жизнь наша вся. Там у Господа отмеченная, написано. И он не слышит. Для живых мы читаем. Но есть так написано, как бы для него. Это Исаия, 60 глава. «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего». Для него дни уже сетования, волнений, переживаний, всяких тревог, работ. Все закончилось, братья и сестры. Он уже дома. Поэтому сейчас давайте попросим благословения, чтобы Бог устроил это прощальное похоронное служение. Боже, всегда, за все и во всякое время мы Тебе, Бога, Творца неба и земли и всей вселенной, благодарим. Было время, брат Ваня был с нами, жил, работал, трудился, заботил за большую свою семью, Господи, которые ждали, уважали, любили, Господи, мирно и дружно и радостно жили. А сегодня, так как-то резко, неожиданно, он ушел, ты позвал к себе домой, вечный свой дом. Как Писание говорит, когда эта хижина наша, земная плоть, разрушится, у нас есть вечный град, вечное жилище у Тебя на небесах, у Господа, Бога нашего. Аллилуйя! Честь Тебе и хвала! Просим, молим, благослови Аню, жену, Господи, сестру нашу. Приди утешением. Когда мы утешаем человеки, то оно порой, как Иов говорил, жалкие вы утешители. Но когда приходит благодать Божия, сила Божия, поэтому и написано «Дух Святой Утешитель», то приходит и утешение в сердце, в жизнь наших друзей, сыновей, дочерей, зятей, невесток, внучат, все большое родство это. Приди утешением и благослови. Пастырь, дорогой, наше вечернее это собрание, завтра похоронное там, в Тихой Гавани, устрой. Это трудные дни переживания, расставания, разлуки. Но приди Ты, Господи, своим утешением, от Твоей благодати, от Твоего Слова и от Духа Святого. Аллилуйя! Просим, молим Тебя, Господа Бога, и пение
и слово, и свидетельство, все, что будет говориться, Господи. Как говорит Писание, лучше ходить в дом плача. Сердце добрее, лучше. Оно внимательно к слову, потому что кончина всякого человека такая, Господи. Мы понимаем, вечно никто не живет на земле. Поэтому, Господи, пусть наше сердце будет открыто к слову, к свидетельствам, ко всему, что будет здесь говориться. Мы все это просим во имя Господа, Бога нашего. Благослови Иисуса Христа. За все хвала Тебе, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Особенно остро, что может внезапно закончиться жизнь. Как можно поэтому, братья и сестры, сокровищем времени нам дорожить? Как важно поэтому, братья и сестры, сокровищем времени нам дорожить. Писание учит, что дни так лукавы, рассчитывать страшно на завтрашний день. И если разрушатся крепкие скалы, тем более хрупкое страшно, с реальным понятием вечная жизнь. Я думаю, многим хотелось бы страстно, иначе прошедшее время прожить. Я думаю, многим хотелось бы страстно, иначе прошедшее время прожить. Иначе мы проводили бы время и знали сердец человеческий страх. По Божьим стояли мы на коленях, и больше бы чушки минут, и люди, прожившие годы беспечно, уже никогда их назад не вернут. И люди, прожившие годы беспечно, уже никогда их назад не. Дорогие друзья, занимайте ваши места. Мы начали наше предпохоронное богослужение и хотели бы, чтобы братья-служители, которые пришли по местных церквей, с других штатов приехали, братья-румыны наши,
мы просим вас, пожалуйста, пройдите сюда, здесь спереди, для вас есть еще свободные места. Приглашаем вас, чтобы вы прошли. Наше богослужение сегодня 13 сентября 2023 года в молитвенном доме церкви Ефания, где брат Иван был членом церкви от самого своего приезда. Он находился в 20-м отделении, и пастор этого отделения, брат Валентин Туранский, поделится словом, пригласит нас к молитве. После него группа Вифания споет псалом. Затем друг и брат брата Ивана Михаил Фармузал прочитает некролог, а затем сын Корнел скажет стих. Братья Мафтеи, приготовьтесь, после стиха Корнела вы сможете спеть, пройдите сюда. Затем друг наш, гость из Украины, брат Роман, также поделится словом на этом предпохоронном богослужении. И после брата Романа группа Вифании. Пожалуйста, пройдите сюда. Мы еще раз просим вас, кто немножко задержался, здесь есть места, чтобы вы могли быть на отведенных для вас мест в этом богослужении. Пожалуйста, брат Валентин. We'll be hearing a word from Brother Valentin. He's the pastor of the division that Brother Ivan was part of, and I'll be translating into English. Дорогие возлюбленные Господом братья и сестры, dear beloved by God, brothers and sisters, все, кто пришел сюда гости, everyone who came here as guests, сердечно благодарим вас за ваше присутствие в доме Господнем, разделяя эту скорбь наших друзей. We sincerely thank you for your presence here to share your sympathies with our friends. Прежде всего, я бы хотел обратиться к Слову Господнему, где апостол Павел выражает такую мысль. First thing I'd like to do is turn to the Word of God, where Apostle Paul says this idea. Павел обращается, это говорится, 1 глава, 2 послание Коринфянам, 2 стих. This is written in 2 Corinthians chapter 1, verse 2. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. Blessed is the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercy and of all comfort. И далее он говорит такие слова, утешающие нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас. Who comforts us in our afflictions, so that we may be able to comfort those who are afflicted with the comfort in which He has comforted us. Я бы хотел сегодня от имени 20-го отделения, от всего родства, от всех присутствующих, то есть чтобы вы могли принять это искреннее сердечное соболезнование, и пусть Бог утешит и поможет вам пройти вот эту долину скорби и эту смертную долину. I would like to, on behalf of our division here at church and of all the relatives, to express our sincerest sympathies and to wish you God's help in going through this difficult path that is ahead of you. В этом же самом послании, друзья, здесь говорится Слово Божие, 5 глава, я думаю, очень знакомые слова. Очень знакомые слова. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». In the same epistle, in chapter 5, are words that to many of us are very familiar, that when this physical body is destroyed, we have a real home in heaven. Я думаю, друзья мои, что брат Ваня, он очень хорошо знает это место. Я его очень долгое время знаю, брата Ивана.
I think that Brother Ivan knows this new home very well, and I knew Brother Ivan for a long time very well. Ни мало, ни много, нам приходилось в Черновицкой области трудиться с ним. Это где-то на протяжении 40 лет мы знаем друг друга. We knew each other for about 40 years, and we served with each other in ministry. Нам приходилось совершать разные молитвы, разного рода молитвы совершать. We had to do many different kinds of prayers together. Он приезжал к украинской границе, а я приезжал к молдавской границе. И мы переходили и трудились там вместе. I would come up to the Ukrainian border, and he would come to the Moldovan border, and we would meet together and do work together. Делали евангелизации, посещали больных по госпиталям везде. Это был тот человек, который знал каждую точку, где и кто в какое время нуждается. We did evangelism together. We visited the sick in hospital. He was a person who knew exactly where and when the need would arise. Было время, когда я говорил, ну, наверное, на сегодня уже хватит. Нет, брат Валентин, еще есть одно место, где мы не должны оставить его на завтра. Мы сегодня должны посетить это место. Sometimes I would say, maybe that's enough for the day, and he would tell me, brother Valentin, no, there's one more place that we absolutely can't stop. И вы знаете, когда мы посещали эти места, я убеждался именно в том, что как раз это мы были в нужное время, тогда, когда надо было. Потому что уже завтра это будет поздно. And when we went to those places, I saw that we came at the exact right time, that going the next day would have been too late. И перед этим, как он должен был отойти в вечность, я с ним беседовал. And before he went to be with the Lord, I was talking with him. И он начал мне говорить, сколько еще ему надо будет приложить старания, чтобы некоторые дела сделать, чтобы успеть это все сделать. And he was saying how much hard work he would have to do to have time to do all the things he needed. И вы знаете, посещая на дому его семью, они начали рассказывать, что он хотел еще сделать. And when I was visiting his family in their home, they were telling me of all the things he still wanted to do. И вы знаете, когда узнали там часть людей, все начали говорить, как случилось? Он вчера был у нас. Он вчера был у нас. Он пакет вчера привез. Он арбуз привез, он еще что-то сделал. Он никогда не приходил к людям с пустыми руками. And when certain people found out about it, they said, how could this have happened? We just saw him yesterday. He brought us a package, or he brought us a watermelon. We saw him alive just a short time ago. Я думаю, друзья мои, присутствующие здесь в Доме Господнем, я думаю, вы посмотрите сегодня, кто спереди, посмотрите назад. And for those of us who are in the house of God today, those who are in the front, look back. Сама обстановка служения говорит о том, кто был этот человек. The condition of our service says who this person was. Я думаю, что на территории церкви, Вифания, наверное, нету ни одного кустика, ни одного деревца, где бы он не приложил свое старание, и не было его рука там. I don't think there's a single tree or a single bush in the whole territory of Bethany Church where Brother Ivan hasn't worked hard on it. Это был прекрасный, благословенный человек, который никогда не жалел себя. This was a wonderful person who always sacrificed himself. И я думаю, друзья мои, что из того, что мы с вами находимся здесь, на этом месте, мы благодарим нашего Господа, потому что Бог дает такие чувствования во Христе Иисусе. And I think here in this place we have to thank God because he gives us these feelings as Jesus Christ had. И Слово Божие, обращаемся мы к Слову Божьему, говорит, что блаженны эти люди. And the word of God says, blessed are these people. Умирающие в Господе. Those who die in the Lord. Не просто умирающие. Not just those who die. Но умирающие в Господе. But those who die in the Lord. Слава Богу. Praise God. Я думаю, друзья мои, я прочитаю очень короткое место, это будет Фессалоникийцам, и мы с вами обратимся к Господу и поблагодарим Бога за то, что Бог дал нам эту возможность, что мы можем разделить эти скорби в этой семье. I'll read a short verse from the book of Thessalonians, and then we'll stand before God and thank him that he gave us the opportunity to share our sympathies with his family.
4 глава Фессалоникийцам апостол Павел говорит 13 стихом такие слова. In 1 Thessalonians 4:13, Apostle Paul says these words. Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. I don't want to leave you uninformed, brothers, about the dead, so that you won't be grieved like many others. Верующие люди, которые верят в Иисуса Христа, у них нету истерики. Believers who believe in Jesus Christ, they're not hysterical. У них нету, знаете, такого плача, что надо всех восстанавливать через какие-то лекарства, через капли одно другое. They don't have this kind of weeping that needs to be medicated or taken care of in other ways. Скорбь, которую мы сегодня с вами переживаем, она заслужена, то есть вечной радости. This sadness that we experience today, it leads to eternal joy. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умершие во Христе воскреснут. And if we believe that Jesus died and rose, then we believe that those who died in Christ will rise again. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. And I say this to those who will remain until the coming of Jesus Christ, that we will not be before those who have died. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангелов и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Because the Lord himself, with a shout, with the trumpet of the archangel, will descend from heaven, and the dead in Christ will rise. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облака, встретение Господу в воздухе, и так всегда с Господом будем. And we who remain alive will be taken up with him and taken into the clouds for a meeting with Christ, and there we'll be with him forever. Итак, утешайте друг друга сими словами. Therefore, comfort each other with these words. Аминь. Amen. Давайте мы, вставшие на ноги, let's stand to our feet. Обратимся к Господу. We'll turn to попросим the Lord. Бога, чтобы он дальнейший ход служения благословил. We'll ask God to bless the rest of this service. Всех участников в этом служении благословил. Everyone who's participating in this service. Благословил все семейство. Bless the whole family. Чтобы все то, что происходит здесь, на этом месте, that everything that happens in this place, оно было во имя нашего Господа Иисуса Христа. Would be in the name of our Lord Jesus Christ. Чтобы через это служение, so that through this ministry, прославился великий Бог, the great God would be glorified, в лице Иисуса Христа, in the face of Jesus Christ. Молимся Господу. Let's pray to God. Дорогой и любящий Господь, благодарим и славим Тебя и величаем Твое святое имя. Добрый Господь, находясь, Господи, в доме Господнем, в доме молитвы, мы просим Тебя, благослови, Господи, сестру Аннушку, благослови, Господи, сыновей, благослови дочерей, благослови, Господи, внуков, добрый Господь, потому что, Господи, дедушка ихний, отец ихний, оставил добрый пример служения Господу Богу своему. Поэтому, Господь, мы благодарим Тебя за все и просим Тебя, каждого присутствующего на этом месте благослови. Открой ухо, Господи, чтобы мы могли услышать то слово, которое Ты хочешь сказать сегодня каждому в наше сердце, чтобы мы могли, Господи, понимать, что Ты есть тот Бог, который постоянно заботишься о народе Твоем. Еще и еще прошу, благослови поющих, благослови говорящих и более того, благослови слушающих. Пусть во всем прославишься Ты, вечный, святой, благословенный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не уведи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Занимайте места. Помню слова и пою слезами, помню все милости, как ты мне явил. Сердце дрожит, а душа рыдает, как я хочу, мой Спаситель в небе жить. Там нас ждут, там об этом знают, там небеса. Мир вам, дорогие братья и сестры. Мы благодарим вас, что вы пришли вместе с нами провести тело уже брата Вани,
а Он уже там на небе у Отца наблюдает за нами. Я в первую очередь хочу принести наше соболезнование, Аннушка. Некому будет тебя называть уже Аннушкой. Дети, всем детям. Вы имели хорошего отца. Вы благословенные. Поэтому вы можете гордиться им. Я имел хорошего друга. Я им горжусь. Как только он приехал в Америку, мы с ним познакомились, и мы подружились. А знаете почему? Бог сводит людей по характеру. У меня такое доброе сердце было, как и у него, и у него, как у меня. И, казалось бы, хотел он все успеть, всем людям помочь. Он приходил ко мне и рассказывал, что он сделал, кому помог, когда помог, сколько помог. И говорил, что он еще планирует делать. Последний день, перед тем, как он ушел из жизни, он пришел к нам в фуд-клазет. Меня не было. И он моей Любе рассказывает, что приехали гости. Мы поедем в Орегон, поедем в Вашингтон. Будем собирать деньги на строительство церкви. Это его последний день, последние часы его. Вот он все ходил в планах. Поэтому перед тем, как прочитать некролог, который написали дети, я просто хочу еще раз и еще раз сказать очень хорошие, оставить или мнение, или слова за своего друга. Сегодня вы распрощались с мужем, с отцом, с дедушкой, а я с другом. Но пусть Бог утешит вас. Мы жалкие утешители, мы не можем утешить вас. Но мы скорбим вместе с вами и просим, чтобы Бог дал вам силы, особенно, Аннушка, тебе, чтобы Бог дал силы, чтобы вы могли все это перенести. Рано или поздно каждый человек должен предстать пред Господом. Каждому человеку от Бога определено свое время, и мы не знаем, когда мы предстанем перед Ним. Но Он сегодня у Отца, а нам еще надо идти по этой земле, нам еще оставлять свой след. Он оставил след. Я много раз говорил, мне говорили, брат Михаил, ты не боишься умирать? Я говорю, нет. Когда посмотрю назад, хоть что-то я после себя вижу. Но хочется сделать намного больше. Поэтому нам остается еще время ходить по этой земле, оставить свой след и предстать перед Отцом, чтобы Он сказал, войди, Ваня, ты сделал все правильно, как я хотел, чтобы ты послужил для меня. 8 мая 1954 года Стефан и Мария Коцел приветствовали своего четвертого ребенка, Ивана Степановича Коцела, который был одним из шести детей. Иван родился в городе Буковка, Украина. В 1960 году Иван начал посещать школу, где развил любовь к обучению. Однако из-за своих религиозных убеждений ему приходилось сталкиваться с ограничением в возможностях для образования. В 1973 году Иван пошел служить в армию, где занимал должность сержанта и завоевал уважение своих начальников своей энергией и преданностью. Он служил вместе со своим младшим братом Георгием Коцел. В 1977 году Иван вступил в брак и приветствовал своего первого сына Стефана 1 мая 1978 года. Трагически первая жена скончалась вскоре после этого. 13 сентября 1980 года Иван вступил в брак с Анной Перджу в Маринештах, Молдова. Они построили дом в Черновцах, Украины, который также служил поместной церковью в течение 16 лет. В августе 1981 года
Иван и Анна приветствовали своего первого ребенка вместе, Иосифа, и позже родили еще 8 детей: Аврору, Лилию, Веру, Татьяну, Марию, Корнела, Пашу и самую младшую Дину. Иван неустанно работал водителем скорой помощи и занимался выращиванием цветов как побочный бизнес. С 1992 году он стал таксистом. Уже в 1995 году старший брат Ивана скончался, попросив Ивана поддержать его семью и занять место отца для его 13 детей. Иван всегда ставил Бога на первое место и протягивал руку помощи тем, кто в ней нуждался. Каждое воскресенье Иван возил пожилых людей в церковь и никогда не колебался помогать нуждающим. Воскресные дни были посвящены Господу и семейному общению, наполняя занятиями такими, как рыбалка и сбор грибов. Спасибо. В 2003 году сын Ивана Стефан женился, а дочь Вера вышла замуж, прежде чем семья переехала в Сакраменто, Калифорния. В июле 2003 года исход из желания обеспечить лучшее будущее и образование для своих детей. В марте 2004 года Иван и Анна приветствовали свою первую внучку Эмили. И в сентябре 2004 года родила вторая внучка Настя. Несмотря на расстояние, они с любовью относились к своим внукам. Дети Ивана росли, закончили школу, получили высшее образование, женились и рождали все больше внуков. Иван и Анна продолжали любить и поддерживать свою семью. На протяжении всей своей жизни Иван отдавал предпочтение помощи другим и всегда верил, что Бог обеспечит его. В 2014 году из-за проблем с ногами Иван больше не мог работать, но продолжал оказывать помощь людям различными способами. В 2019 году Иван перенес успешное шунтирование сердца, пережив трудности и быстро восстановившись. В 2022 году начавшаяся война в Украине заставила Ивана беспристрастно поддерживать украинских иммигрантов Соединенных Штатов, никогда не останавливаясь и полагаясь на свою веру в Бога. В понедельник, 4 сентября 2023 года, семья Кацел узнала о трагической смерти своего отца от сердечной недостаточности за рулем автомобиля. Иван не успел встретить свою 11-ю внучку, родившуюся на следующее утро. Иван и Анна планировали отметить свою 43-ю годовщину свадьбы 13 сентября 2023 года. Аннушка, я думаю, что вы уже там отметите с Иваном, когда придете к отцу. Пусть Бог благословит вас еще раз и еще раз. Мы скорбим вместе с вами. Good evening. On behalf of entire family of Katzel, I want to say a big thank you to all the people that are here in this place sharing this hard time.
to my dad. I know that he's in heaven, and he sees he's looking down on us at this moment, and he's proud of every single daughter, every single son that he had. I want to repeat this in Romanian because we have extended family in Ukraine at this moment watching over our live translation. Tata, ne-a crescut pe fiecare dintre noi, dădut foarte mult. Chiar câteodată, toată noaptea, lucra, remonta mașina și dimineața mergea ca să ne crească pe noi. Îți mulțumesc, tată, din partea la fiecare copil din casă. Noi suntem în seara aceasta, cine suntem, cum suntem, din pricina că și tu ai pus foarte mult în noi. Mulțumesc! I'm going to read a eulogy from our family. Forgive me if I'm going to have some pauses. It's extremely hard at this moment. On May 8, 1954, Stefan and Maria Kato welcomed their fourth child, Ivan Stepanovich Kato, who was one of the six children. Ivan was born in the town of Bukovka, Ukraine. In 1960, Ivan began attending school, where he developed a love for learning. However, due to his religious beliefs, he faced limitation and opportunity he could pursue. In 1973, Ivan joined the army, serving as a sergeant, and learning and the respect of his superiors for his energy and dedication. He served alongside his younger brother, George Katzel. In 1977, Ivan got married and welcomed his first son, Stjopa Stefan Katzel. On May 1st, 1978, tragically, his first wife passed away soon after the birth. On September 13, 1980, Ivan married Anna Perzhu in Marinesht, Moldova. They built a home in Chernivtsi, Ukraine, which also served for a local church for 16 years. In August 1981, Ivan and Anna had their first child together, Joseph. I later welcomed eight more children, Aurora, Lily, Vera, Tanya, Mary, myself, Cornell, Pasha, and our youngest, Dina. Ivan worked tirelessly and as a paramedic driver, cultivated flowers as a side business. In 1992, he became a taxi driver. In 1995, Ivan's older brother passed away. Prior to his passing, he requested of Ivan support for his entire family, at the time had 12. Ivan always put God first and extended a helping hand to anyone in need. Every Sunday, Ivan would drive elderly individual to church and never hesitated to assist those in need. Sunday were dedicated to the Lord and family time, filled with activities like fishing and mushroom picking. In 2003, Ivan and Anna
Anna's sons, Stefan and Stefan and daughter Vera, married before the family immigrated to Sacramento, California. In July 2003, seeking a better life and education for their children. In March 2004, Ivan and Anna welcomed their first grandchild, Emily. In September 2004, their second grandchild, Nastya, which is watching us. Despite being apart, they cherished their grandchildren from afar. Ivan's children grew, graduated, got married, and had more grandchildren. Ivan and Anna continue to love and support their expanding family. Throughout his life, Ivan prioritized helping others and always believed that God will provide. In 2014, due to health issues with his feet, Ivan could no longer work, but he continued to assist people in various ways. In 2019, Ivan underwent a successful bypass heart surgery, defying the odds and recovering quickly. In 2022, as the war began in Ukraine, Ivan tirelessly supported Ukrainian immigrants in the United States, never resting and relying on his faith in God. On Monday, September 4, 2023, Labor Day, Katzel family received the tragic news of their father's passing due to heart failure while behind the wheel. He did not get to meet his 11th granddaughter, born the following morning. Ivan and Anna would have celebrated their 43rd anniversary on September 13, which is today. My mom was a very talented person, so she wrote a poem in a couple hours through these hard moments. I'm gonna read it. It's in Romanian. I'm so sorry for those that don't understand that language. It's a beautiful one. But those that do, it's for you. Ce minunate clipe în viață, ce în memorie rămân, să uiți de ele nu se poate. Când fața mea apar tot mai senin, atâția ani de căsnicie, aproape număr 43, în ei am întâlnit noi diferințe, tristeți și bucurii, amândoi. Dar Dumnezeu cel Sfânt și tare tot ne-a condus mereu cu mâna sa. El ne-a învățat, ne-a dat putere în bucurii, dar și în necaz. Când norii negri năveleau neprasnic și valuri apăreau din ce în ce mai greu, chiar El, Iisus, El soare al dimineții, a fost cu noi și izbăvirea El ne-a dat. Dar într-o zi, ca o săgeată, o veste jalnică în casă a pătruns cuvântul ce se cheamă moartea a noastră inimi, cu totul le-a distrus. De ce așa o știe numai Domnul? Căci alergarea pe pământ s-a terminat. Dar ce a făcut aici pentru Domnul nu-i în zadar, nici nu este uitat. O, despărțire, de ce oare mai trebuie și tu să fii?
De ce plătim cu atâtea lacrimi a noastre scurte bucurii? Noi îți spunem la revedere. Deci până când ne-am întâlni acolo sus, în veșnicie, și în veci noi nu ne-am despărți. Cu mult dor, Anușca, copiii și nepoții pentru tata. Thank you, Father. Благодарю, Папа, за твою роботу в нашу жизнь. Îți mulțumesc, Tată, pentru lucrul care Tu l-ai pus în viața noastră, pe fiecare care ne-ai crescut, nopți nedormite, много ночей не спал, чтобы нас вырасти. И все верят в Бога. Спасибо, Папа. Продолжение нашего богослужения. Я приглашаю братья Мафтеи, пожалуйста, пройдите сюда. Это ваше время для вашего псалма. А если вы не готовы, немножко позже, мы хотим представить слово другу, совсем недавно приехавшему в гости специально в семью Кацел, брата Романа. Пожалуйста, брат Роман. Пройдите. И затем группа Вифания. Мир вам, братья и сестры. Христос среди нас. Знаете, действительно, иногда, когда человек встречает другого человека, и происходит любовь с первого взгляда. Это обычно между мужчиной и женщиной. Sometimes when two people meet, especially a man and a woman, sometimes there's love at first sight. Я имел честь быть знакомым с братом Иваном 5 дней всего. I had the honor to meet brother Ivan only 5 days ago. Но как любовь с первого взгляда, but just like love at first sight, так и дружба. Same with friendship. Началось с первого рукопожатия. It started with the first handshake. Так получилось, что Корнел, it happened that Cornell, когда первый раз познакомился со мной и приехал в Украину на Донбасс, when he first met me and came to Ukraine, to Donbass, в моей семье произошла трагедия. There was a tragedy in my family. Погиб мой близкий родственник. A close relative passed away. И Корнел был рядом со мной. And Cornell was next to me. И так получилось, что мне приходится скорбеть. And it happens that I have to grieve. Вместе с их семьей. Along with their family. Я искренне говорю. I say this sincerely. Что мое сердце очень сильно разорвалось, когда я услышал плач женщин. My heart broke when I heard the crying of this woman. Мне не хотелось верить. I didn't want to believe it. Но, к сожалению, это жизнь. But sadly, that's life. И последний день перед смертью, последний вечер. And in his last day before he passed, last evening, мы провели вместе с братом Иваном. We spent together with brother Ivan. Он успел за эти 5 дней. He was able in these 5 days сводить меня в баню. To take me to the sauna. Я не знаю, откуда он узнал, что я люблю баню, но он меня сводил в баню. I don't know where he found out that I love the sauna, but he took me there. Когда ты видишь человека, when you see a person, и ты понимаешь, and you understand,
что этот человек живет жизнью другого. He lives for other people. Вот такой в моем взгляде оказался брат Иван. That's what brother Ivan seemed like to me. Он очень хотел нам помочь. He wanted to help us very much. Он строил грандиозные планы. He made grandiose plans. Наша дружба продлилась всего лишь 5 дней. Our friendship only lasted 5 days. Но я верю, что она продлится в вечности. But I believe that it will continue in eternity. В будущем. In the future. Мое сердце скорбит. My heart grieves. Мы буквально перед этим богослужением Before this service, собрались на молитву в семье. We gathered in our family for prayer. Просили Божьего благословения. We asked God for His blessing. И я вижу, сколько здесь людей, And I see how many people are here, которые понимают, those who understand, и имеют честь, and they have this honor, назвать, что брат Иван, that to call brother Ivan, был их другом, their friend. Он не просто назывался христианин. He didn't just call himself a Christian. Он им был. He was a Christian. Это очень важно. And that's very important. И когда мы молились, When we prayed, я вспомнил слова Иисуса Христа из одной притчи. I remembered the words of Jesus Christ from one parable. Когда Иисус сказал, When Jesus said, верный и добрый раб, good and faithful servant, войди в радость Господина своего. Enter into the joy of your master. Он вошел в радость Господина своего. And he has entered into the joy of his master. Я больше чем уверен, I'm more than certain, что есть здесь каждый человек, that every person here, который имеет благодарное сердце, who has a thankful heart, Богу, to God, за то, что имел знакомство и дружбу с этим человеком. That he was familiar and had a friendship with this person. Я, когда последний вечер был с ним, the last evening that I was with him, обратил внимание, что брат Иван очень любит петь. I noticed that brother Ivan really loves to sing. И петь акапельно. And he liked to sing a cappella. Мы в одном из собраний были, и он пел. In one of the services we were together, he sang. Я хочу спеть этот псалом. And I want to sing this song. Многие христиане его знают. Many Christians know this. Спеть акапельно, без гитары. I want to sing a cappella without a guitar. Но это от сердца. But this is from the heart. Это его характер. This was his character. Это его жизнь. It was his life. И мне бы хотелось, And I want, честно, honestly, быть похожим на него. To be like him. И я так благодарен, And I'm so grateful, что у него такое наследие, that he has, тех, such a generation after him. Тех, которые похожи на него. Those who are like him. Да благословит Господь всех нас. May God bless all of us. Быть верными. To be faithful. И добрыми. And good. Чтобы услышать такие же слова из уст Иисуса. To hear those words from the mouth of Jesus. Что верный и добрый раб. Good and faithful servant. Псалом, ты мой Бог святой. Если кто-то его знает, можете подпевать. The song is called You're My Holy God. If anyone knows it, you can sing along. Ты мой Бог святой, я к тебе стремлюсь, ибо знаю в тебе покой. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. У твоей груди успокоюсь.
я успокоится сердце мое. Знаю, что в тебе радость вечная и любовь неизменная. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. И никто уже не лишит меня этой радости мне земной. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. И когда придет тот последний час, верю, примешь меня к себе. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. Спасибо Господу за брата Ивана. Спасибо Ему, что я его узнал. Спасибо его семье. Мое сердце всегда будет семьей Кацал. Благодарим. Однако ж будем в мире том все с памятью феноменальной. Она напомнит обо всем, чего нет в речи поминальной. И вдруг предстанет пред душой вся жизнь в красе или в безобразии, и суд свершится неземной. Об этом ты не слышал разве? Страшнее смерти для души греха губительное жало. Покаяться, чтоб не грешить, нам бы сегодня не мешало. Спеши покаяться в грехах, Господь спасение предлагает, а завтра не в твоих руках смерть неожиданной
бывает. Душа не превратится в прах, ужасно грешников наследие, а смерть с Христом в бессмертие шаг. На небе радость будет вечно. Аминь. Страна чужая, и для души все чуждо мне, я рвусь душой просторы рая, где ярче, лучше и светлее. Продолжение нашего богослужения. Я приглашаю двух дочерей. Первой скажет дочь Дина, затем Вера, свое свидетельство о папе. А после них внучка Наиминь также поделится своим свидетельством. А после нее, после внучки, два родных брата, ближайших сотрудника 20-го отделения, брат Павел и брат Иван Кондрюк, также поделятся словом и свидетельством. После них наш друг, гость, пастор румынской церкви, брат Павел Унгурян. Мы пригласим вас после братьев Кондрюков. И также брат Лица также скажет свое свидетельство. А после них мы будем слышать группу и приходить в заключение.
Пожалуйста, сестра Дина. Да. I'll be speaking in English. Hi, everyone. My name is Dina. I apologize if I'm going to break down or have to take pauses. I want to thank every single one of you for coming here today to support our family, as this was a tremendous loss. Not only did you guys come to support us, but many of you have been praying for our family. You have been supporting us financially and also sending your condolences as well as food to our house. And on behalf of our family, we want to thank you. From the bottom of the heart, from our hearts, it meant a lot for every single one of you who has sent a text, has sent a word, gave us a hug, or just sat with us in quiet. My father was an incredible person. Not only was he a great role model for us, but he also volunteered a lot of his time for others. Dad wasn't content with just being a wonderful father. He wanted to give back to the world by helping those in need. My dad was one of the hardest working men anybody will ever meet. He was a very strong man. Growing up, we, his children, never saw him when he was in pain, when he was weak, sick, or in need. He hid that from all of us and showed us strength. He carried the weight on his shoulders for his family and the world and those in need. Dad loved the Lord with all his heart, and he showed that by helping others, and it was very evident on a day-to-day basis. He was an example to many qualities of what a faithful person should be. Oh, Dad, what I would give to be asked again to go fishing with you or to visit other churches. Dad, you promised that one day you would walk me down the aisle. That day will never come, as you are gone. Why did you leave so soon? What happened to your words, Dad will live till 120? Those were your words, and you said them often. I know the Katzel family has lost a husband, father, grandpa Moshu, brother, and an uncle. I know that's what we lost, but I also know that you, the Sacramento people, have lost a wonderful friend, a caring, and one who gave his time, no matter what kind of need, sometimes unasked. He would just show up early morning at your front door, whether it was to give you a watermelon, a fish that he caught, cleaned, and prepared for you, or to clean your palm tree. He truly did that from his bottom of his heart, as he loved people so much. Not just that, but all the palm trees in Sacramento lost an unofficial, uncertified, and unpaid arborist. For those who don't know, our dad loved cleaning palm trees. It started here at this church, where he wanted to make sure that those palm trees on Sunday morning were polished and ready for the service. He took that and started doing that for others at their house. He would just show up unasked and clean them. He loved doing that so, so much, and he was so happy to help others. All he asked in return was to be asked to do it again. One thing that I keep replaying in my head was my birthday in August this year. I will never forget how he waited for me downstairs in the morning. Typically, Dad would leave the house before many of us woke up, but he waited patiently for me before I walked out the door to work, to give me a hug, a kiss on the cheek, bless me, and wish me a very happy birthday. Dad did that very often.
However, it was so special, it just seemed more special than any other birthdays. I remember that evening, I went to dinner with my sisters and mom, and I remember sharing that and telling them how special I felt and how just that hug and kiss on the cheek meant the world to me. And I'll never get to feel that again. My birthdays will never be the same. None of our birthdays will ever be the same. Our holidays, our Sundays, as those are meant for family, we gather together a lot. Being the youngest, I have the least amount of years filled with memories, but I will cherish every single moment that I spent with Dad. Every photo, every memory of any of you that will share with us, those will live with us forever. I will never, ever be able to look at the things that he loved so dearly the same, as they will always, always remind me of him. Dad, you taught us and showed us what a true example it means to be a generous, generous person to give back to the world. I know, Dad, you're in a better place, but you left us all with a broken heart and a hole in it. I will always cherish all those memories. When growing up, the morals, values, and God's love that you instilled in us, you left us to fill these enormous shoes. I can't promise anything but this I could promise, that we, your children, will do our very best to continue your legacy in helping those in need with selflessness, and we will be honored and humbled to be able to continue that legacy for you. I don't know how long it will take us all to grieve this and be better than we are today, as this was a tremendous loss in our family. As many of you know, our family was very, very close, and our dad was a very important part of it. I feel heartbroken to no longer have him here with us. Many of you will remember him as a person who brought you a watermelon, fruits, vegetables that he just picked out of fields. But we, his children, will always remember him as a hardworking, caring, selfless, strong, kind, an amazing father. His memory will live with us forever. Thank you so much. Я буду по-русски, чтобы и мама, и на Украине много смотрят. Прошу, простите мне за эмоции. Меня зовут Вера, я пятая дочь в этой семье, Кацел. С папой была очень близко. Он мне помогал в бизнесе, можно сказать, каждый день. Мой отец необыкновенный мужчина. Я знаю, всех пап хорош. Я шустрая, как он. Я быстрая, как он. Но я не могла никогда его перегнать. Никогда. Я не знаю, откуда 69 лет, сколько сил в этом человеке и сколько доброты. Он всегда со мной общался про дела Божьи. Он всегда мне говорил: «Вера, если у тебя будет на аккаунте много денег, я не обрадуюсь. Я больше обрадуюсь, если ты сделаешь дела на небеса. Там самое большее богатство. Здесь ничего не важно». Когда были маленькие, мы как-то обсуждали его: «Почему, папа, мы живем так тяжело? Почему ты всегда смотришь другим помочь?» Мы не понимали. Помню историю, это давно, достаточно давно, была зима. Кто-то нам с Америки передал $100.
Это очень большие деньги было, скажем, 15-20 лет назад. Сколько планов на эти деньги. Мама говорит, купим мебель, стол. У нас большая семья, мы жили бедно. Одежды для девочек, мальчиков. Но мой отец услышал тот же день, что женщина в село рядом возле нас, Волока, вдова, молодая, 4 деток, не имеет дровов и замерзает. Не спрашивая никого, берет эти деньги и покупает дров. Он никогда не жил для себя. Он всегда жил для Бога. Я много видела это в него. Я ценила это в него. Я знаю, что он не мог просить у людей так, помогите, там есть нужды. И он занимался рыбалкой, арбузы, чтобы не просить деньги у людей для нужды, а пошел, говорит, вот смотри, если хочешь, сколько дашь для Бога. Я знаю, что здесь есть его друзья, многие, румыны, русские, украинцы, армяне, это его клиенты. Я знаю, что вы каждый доллар, та рыба не стоила, сколько вы ему давали, я знаю. Он мне говорил, мне дали $100, Вера, за одну рыбу. Какая рыба? Это стоит 10. Вы строили небо, я вам честно говорю. Он никогда эти деньги, доллар не брал себе. Он всегда нагодил с нужды. Он, если мы ему помогали, дети, мы всегда собирали деньги. Папа всегда говорит, так, там в Румынии, там в Украине. Беда. Если мы ему даже в день давали, каждый день что-то, это не хватало ему. Нет, мой папа 10 должен делать хотя бы в день. Он мало находился дома, это правда. Он всегда где-то помогал, где-то ходил. Мы знали, что он для Бога трудится. Мы хотели беречь его как-то, мы боялись, что он спешил всегда. Он думал успеть много в день. Он успевал, это правда. Я благодарю ему сильно, папа. В первую очередь от всей моей семьи и от моих братьев и сестер. Уверенно скажу, что он построил сильнейший фундамент в нас. Быть добрым и полезным людям. Ничего другого не важно. Он старался жить, показать, насколько важно. Он видел беду там, где люди могли заметить, может быть, через месяц. А он видел ее сразу. Я знаю, что вы сегодня собрали здесь те, которые его знали не только как человека, а как добрый и порядочный. Я благодарна вам, что вы пришли держать нас в эту скорбь. Для нас это тяжело. Мне очень будет трудно. Он каждый день по 5-6 раз в магазине к нам заходил, что-то принес, что-то делал. Мне не будет хватать тебя, папа. Но я с чистого сердца, я promise, я буду стараться хотя бы 50% быть таким добрым, как ты дал много нам. Жить для тебя — это не важно, жить для Бога — это важно. Я обещаю всей сил, что я буду продолжать это твое служение. Я очень благодарна, что я выросла именно в такой же семье, небогатой. Именно в такой. И я видела больше, чем богатство. Я видела христианство и доброты, и милосердие. Это останется навсегда, как память. Спасибо тебе, папа, за все. С Богом.
Hi, my name is Naomi Rosaki, and I am the granddaughter of Ivan Katzel. Before I say anything, I would like to say to everyone here that not to cry in sadness that he's gone, but to cry in happiness that you had time with him. And please forgive me if I start to cry. I just can't believe that these amazing 11 years of my life are over. Dear Grandpa, where should I even start? There are so many things I would like to say to you and everyone here, but I think I'll start from the very beginning so you can hear how much I appreciate you for being in my life. Our age. The day I was born was August 25, 2012. You were born in May 8, 1954. You are 69, I'm 11. Now I might not have had as long as Aurora, Cornel, or Stiopa, but I'm so grateful to even have 11 years with you. The best. Kids might say my dad is the best because he brought me a toy, or my mom is the best because he brought me because she brought me chocolate. But really, they never met you. You were the best. And you might ask how I know you are the best? Well, let me tell you. He would go in any hour to go fishing, get watermelons, or any food he can find. Then he would sell it and give the money to the poor. He would give even the last penny to the poor, knowing that God would pay him back in any way. Weddings. After hearing that you're gone, I went to go check on Grandma. We were talking, and then I realized that you wouldn't be there for Lily, Tanya's, Mary's, Dina's, or Cornel's wedding. But even though they might not see you, I know that you will be there walking down the aisle with them and sitting down in your chair. Fear. I used to be afraid of many things, such as spiders, kidnapping, and I'll admit that I was scared of the dark. But after the words of the people telling that you're gone made me feel that my whole body was gone. I never lost a family member, so it felt strange to know that something like this would happen. I don't really know how to explain how it feels for those who never experienced this, but it kind of feels like you have lost yourself and so your happiness has been stolen. Now I fear of nothing but not seeing you or Jesus, and I fear of death, of how I might die, and how the others that I love and know might die. Nothing is more scary than losing someone just like I lost you. Now I will say a Moldovan verse. Shadaka Jonathan, Elijah Nathan, Sau Adeline, Nush Tipitini. Eu o să-ți spun cum tu ai fost așa bun, pentru că ei nu o să știu cum l-ai iubit pe dânci, cum eu iubesc pe tine. I would like to say something to you if you were here. I would go homeless or not eat or starve for the rest of my life if I could go fishing one more time with you. Мир вам, мир дому вашему, peace to your homes, и мир всему, что у вас есть, and peace to all that you have. Особенно этот мир нужен нашим друзьям, близким. And especially this peace is needed for all of our friends and close people, которые имеют эту скорбь. Пусть Бог благословит вас. For those who have this grief, may God bless you. Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет ему победы в этой борьбе, сказал Екклесиаст.
Ecclesiastes said that a person has no authority over his own spirit, and no authority to choose the day of his own death. И мы это видим, братья и сестры, так оно суждено Богом на земле, и мы проходим этой долиной. And we see this, brothers and sisters, that this is our fate on this world, and we walk through this valley. Смерть — это враг человека. Death is the enemy of mankind. И оно не проходит мимо ни одной семьи. And it doesn't pass by any family. Великие Божьи человеки, мужи святые, праведники. The great people of God, the great holy and righteous people. Умирали. Died. И мы этого не избежим. And we can't escape that. Даже Христос этого не избежал. Even Christ did not escape death. Но во всем этом у нас есть надежда. But through all of it we have hope. И много было сказано сегодня. And a lot was said today. За нашего брата Ивана. About our brother Ivan. Я смотрю, зал полный. I see that the hall is full. И вы понимаете, что нас собрал сюда, на это место, брат Иван. And we understand that brother Ivan has gathered us in this place. Он неизвестен как красноречивый проповедник. I knew him as an eloquent preacher. Он неизвестный как пастор процветающей церкви. I didn't know, he wasn't known as a pastor of a flourishing church. Он неизвестен как регент хорошего хора. He wasn't famous as a director of a big choir. Или что-либо подобное. Or anything like that. Но я думаю, что все, которые на том месте, but I think everyone who's in this place, он стал известен по добрым делам, которые он творил. He became famous for the great good works that he did. Я знаю брата Ивана 30 сентября 80-го года, когда у него была свадьба. I've known brother Ivan since September 30th of 1980 when he had his wedding. Я там познакомился с моей женой. I met my wife there. Помню день свадьбы ихней, потому что это послужило тому, что я приобрел жену. I remember the day of their wedding because I also obtained a wife that day. Очень много было сказано, и это правда. A lot of things have been said and they're true. Я помню, когда мы приехали сюда, он жил, кажется, на Ранчо Кордове. I remember when we first came here, he lived in Rancho Cordova. И он переехал, и мы жили рядом, дом возле дома. And when he moved, we lived right next to him, house next to house. Благословенная семья. A blessed family. Это я говорю, потому что мы жили рядом, мы знаем друг друга. I say this because we lived next to each other and we knew each other. Он часто в последнее время посещал нас. He visited us a lot these last days. И в среду мы встретились. We met on Wednesday. Здесь в церкви. Here in church. Он спрашивал, если есть что-либо для одной семьи. And he asked if we had anything to give to a certain family. У него другая машина появилась, и он этой машиной служил Богу. He had gotten a new car recently, and he used this car to serve God. Братья, сестры, brothers and sisters, дорогая семья, верьте. Dear family, believe. Как было сказано, что блаженны те, которые умирают в Господе. As it was said, blessed are those who die in the Lord. Это те люди, которые трудятся для Царства Божьего.
It's those people who are working for the kingdom of God. Это те люди, которые не проходят мимо, как Христос. It's those who don't pass others by, like Jesus did. В нуждах участвуют. They take part in other people's needs. Помогают, they чем help. Могут. They help with what they can. Когда мы приехали сюда и жили вместе, то when we came here and we lived together, однажды приходит и привез новый матрас. And he brought a new mattress. Я говорю, Ваня, где ты взял? I said, Ivan, where did you get that? Он говорит, Павлик. He said, Pavel. Целый день на солнце я работал, чтобы купить тебе. I worked in the sun all day to buy this for you. Этот матрас, прими его. To buy this mattress, please accept it. Во имя Иисуса. In the name of Jesus. Я думаю, что немногие это могут делать. I don't think a lot of people can do something like that. Но его, у него было особое призвание. But he had a special calling. Бог дал ему доброе сердце. God gave him a good heart. Который он служил Богу тем служением, которое имел. And he served God with the ministry that he had. И он стал этим очень известным. And he became very famous through it. Я хочу напомнить одно место, Павел говорит. I'd like to remind of a scripture that Paul wrote. Так как было сказано, что блаженно умирающие в Господе, то эти люди. As it was said that blessed are those who die in the Lord, these people. Павел говорит им, что наше жительство на небесах. Paul says to them that our living space is in heaven. Откуда мы и ожидаем Господа нашего Иисуса Христа. From where we are waiting for our Lord Jesus Christ. Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Who will transform our lowly body in such a way that it will be like His glorious body. А как Он это сделает? And how is He going to do this? Силою, которой Он действует и покоряет себе все. With the power in which He works and conquers everything to Himself. На небе. In heaven. Во вселенной. In the universe. И на земле. And on earth. У него есть некая сила. He has a certain power. Которая специально будет действовать. That is going to be specially active. И совершать это великое славное дело. And is going to do this great and glorious work. Для тех, которые умирают в Господе. For those who die in the Lord. Дорогая семья Кацел, пусть Бог благословит и утешит вас. Dear Kotzel family, may God bless and comfort you. Пройдет время, и вы не однажды будете вспоминать. And you will remember many times. Те дела, тот добрый, который он сделал не только вам, но и всем нам. That good which he did not only to you, but to all of us. Пусть Бог благословит и утешит вас. May God bless and comfort you. Слава Господу, братья и сестры, praise God, brothers and sisters. Что Бог даровал нам в этот вечер это время благоприятное, that God gave us this good time this evening. Чтобы мы
как напоминал брат Володя Лощук, о том месте, где Слово Божие говорит. That as brother Володя Лощук said, as the Word of God states, что мы жалкие утешители. That we are sad comforters. Но я думаю, but I think, что присутствие каждого из вас, that the presence of each one of you here, в этот вечер, на этом месте, in this evening, in this place, оно есть большое утешение. It is a great comfort для сестры Ани, for Sister Anna, и для всего семейства брата Вани, and for all of Brother Ivan's family. Не надо ничего говорить. We don't even need to say anything. Не надо ничего делать. We don't have to do anything. Но только ваше присутствие здесь, оно уже о чем-то говорит большом, и эта семья. Your presence alone here, it says something for this family. Она чувствует. And they feel. Что они не одни. That they're not alone. В этой трудности. In this hardship. В этой скорби. In this grief. Но еще многие that many сердца, people, that many hearts, они рядом с ними, are next to them. Они переносят эту скорбь в своем сердце. That they're going, carrying this grief in their hearts. Слава Богу, и вы хорошо, что пришли на это место. Praise God, it's good that you came to this place. Я хочу прочитать книгу пророка Михея 6 глава, 8 стих. I would like to read from the prophet Micah, chapter 8, chapter 6, Слово Божие говорит, о человек. The word of God says, о person. Сказано тебе. It is said to you. Что добро и чего требует от тебя Господь? What is good and what God demands of you? Действовать справедливо. Act honestly. Любить дела милосердия. Love works of mercy. И смиренно, мудренно ходить пред Богом твоим. And to walk humbly before your God. В 20-м отделении брат Ваня был рядовым членом. In the 20th division, brother Ivan was a regular member. И он знал своего Спасителя. He knew his Savior. Он любил своего Бога. He loved his God. Так как он научился из Слова Божия. As he had learned from the Word of God. И он так знал и так понимал служить Богу. And he knew and he understood to serve God in this way. Может, иногда мы. Maybe sometimes we. Может, иногда даже жена и дети не понимали его. Maybe sometimes even his wife and children didn't understand him. Но он так знал служить Богу. But he knew to serve God in this way. Слава Богу. Praise be to God. И пусть Бог благословит эту семью. And may God bless this family. Я часто с ним ходил на рыбалку. I often went fishing with him. В последнее время я был один. The last times I was by myself. И в среду. And on Wednesday. А то в августе, последняя среда месяца августа, мы были дьяконские череда дежурными. And on the last Wednesday of August, we had our turn for the deacon's ministry. Мы сидели на последнем ряду. We were sitting in the last row. Он подошел. He came up to me. Поприветствовал и спрашивает меня. He came up to me and greeted me and said, Ваня, ты не знаешь, не видел брата Ваню Гаврилюка. Не видел брата Гаврилюка, Ваня. Oh, have you seen brother Ivan Gavrilyuk? Я говорю, нет, я не видел его. Он говорит, ко мне приехал гость. I said, no, I haven't seen him. And he said, a guest has come to me. И я хотел поговорить с братом Ваней насчет служения. I wanted to talk with brother Ivan about this ministry.
И потом он меня спрашивает, когда ты был в последний раз на рыбалке. And he asked me when I had been fishing the last time. Я ему говорю, я был неделю назад и ничего не споймал. I said, I was there a week ago and I didn't catch anything. Я спросил его, а ты когда был? And I asked him, when have you been? Он мне говорит, я давно не был. I haven't been fishing in a long time. А почему? And why? Он говорит, я попал в аварию. He said, I got into a car accident. Машина разбита. The car is wrecked. Не подлежит ремонту. Oh, it's not repairable. Я спросил, а ты как, Иван? And I said, how about you, Ivan? Он говорит, слава Богу, я все хорошо. He said, praise God, everything is good with me. Он так знал служить Бога. Он был на рыбалке. He knew how to serve God. Мы сидели вместе. We were sitting together. А он думал о Вере. Он думал о Тане. Он думал о Корнеле. He was thinking about Vera, надо Вере Tanya помочь, Cornel. Надо Тане помочь, надо тому помочь, надо тому помочь. I have to help this person, I have to help that person. Он говорит, еще есть семья. He said, there's трудно another family живут. That needs help. Надо споймать рыбу. I need to fish. Понести им. And bring the fish to them. И всем, чем он мог, and with и кого он had, знал. Everyone he knew. Он помогал. He would help. Сказано тебе, человек, любить дела милосердия. И он этим занимался. It is told to you, O man, to love the works of mercy, and that's what he did. Бог вложил в его сердце. God was living in his heart. Это чтобы он сделал. So that he would do these things. Анушка. Anna. Am ascultat poezia. Și cred că Dumnezeu acela care a fost cu voi până aici. El nu se schimbă. Noi ne schimbăm. Noi trecem. Dar El rămâne în veac același. Și El va fi și mai departe cu voi. El va fi sprijinul. El va fi ajutorul, mângâierea și eu cred că și mai mult va fi. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă mângâie. Dar utejit vas Господь и благословит вас. May God comfort you and bless you. Amen. Играет жизнь свои аккорды грусти. Ей подпевает иногда судьба. Но если к сердцу мы печаль подпустим, нам трудно будет выживать тогда. Устроен мир из радости, из грусти. Мы улыбаемся, где слышим звонкий гром. Но если плачет кто с любовью, его печаль разделим мы на всех. Дорогие друзья, братья и сестры, все, кто пришел сегодня, мы пришли в дом плача разделить печаль в семье Кацел. До вас мы приедналися, семья Мафтей. Мало заспевать, але не співаємо краще пару слів підбадьорення і попросили перекласти брата Румина, тому що багато є непорозуміння. Говорять, розмовляють по-румунськи, нема перекладача, попросили. Але дозвольте, друзі, родина, односільчани, ми виростали разом з вами там, в Коровії, в Чернівецькій області. Наша велика сім'я, ваша велика сім'я. Батьки між собою знаходили общий язик. Ми, як діти, теж знаходили общий язик. І дуже жалко, дуже жалко. Але я знаю, що у Бога є свій план, і у Бога є свій час для всього. Тому хай Бог благословить, утішить і підбадьорить ваші серця. І те, що ваш батько, дідусь, успів в житті зробити, і ви побачили, подражайте. Є що подражати. Є що згадати, є що подражати. Останнє, що я хочу сказати
Рівно місяць назад, 13 августа, він був в Портленді, Орегоні. Був на хрещенню. Я ніколи не бачив таку картину. Після хрещення було общення, їжа. Я підходжу і бачу, 5 Іванів на стульчику сидять. Я ніколи в житті так я не бачив, що всі тьоски так сиділи і общалися. Але я це бачив своїми очима. І сказав, ви не замітили? Вас як звати? Всі Івани. І жалко, що тоді не зробив один кадр, фотографію. Але це в моїй пам'яті залишилося назавжди. Після того ми пішли ще поспілкуватися біля нашої родини. Я кажу, дядя Ваня, що, як ви, скільки тут? Він каже, я маю дуже коротку тут місію і йду додому. Після того він ще посвятив в понеділок мого брата Дорела. А потім про нього дізналося, про цю розлуку. Тому, дорогі друзі, ми ніколи не знаємо, що буде завтра. Але нехай наше сьогодні буде твердим і основаним, і твердо вірити і надіятися, хто ми є, куди ми йдемо і за ким ми йдемо. Ми йдемо за Господом. Хай Бог нам поможе. Повтім, фрателі. Vreau să mă prezint, mă numesc Vasilie Înguriană, sunt păstor la Romania Apostolic Church. Мене звуть Василь, я є пастор Румунської Apostolical Church. 3 luni de zile am fost în urmă aici în biserică. 3 місяці рівно тому назад я був в цій церкві. Am solicitat un ajutor. Була потреба зібрати допомогу. Biserica dumneavoastră m-a ajutat. І ваша церква в цьому питанні мені допомогла. Banii dumneavoastră au fost de mare ajutor pentru noi. Гроші, які ви зібрали, були великим благословенням і допомогою для нас. Și mulțumim pentru banii care ne-a dat. І дуже дякую за підтримку фінансів, які була. Și ne rugăm pentru voi să fiți binecuvântați de Domnul. І молимося, щоб Бог вас благословив. Informativ vă spun. В короткій інформації я вам говорю. Suntem la jumate cu lucrarea din biserică. Ми на половину справи з церквою. Pentru că frații ne-au ajutat. Тому брати допомогли в цій справі до тепер. Și lucrarea lui Dumnezeu înaintează. І справа Господня, вона йде вперед. Rog ca Dumnezeu să binecuvânteze familia al fratele Cățel. Дуже прошу, щоб Господь Бог благословив сім'ю і родину братів Кацел. Îl cunosc foarte bine. Я його знав дуже близько і дуже добре. Sunt mulți ani de când am petrecut împreună. Було дуже багато років з тих пір, як ми пройшли разом. El a fost pentru frații români. Він був для братів румунів. Un frate de pace. Людина миру. Unde auzea că doi s-au certat. Якщо він десь знаходив і почув, що хтось десь було якесь непорозуміння або навіть і посварилися. Intervenea imediat. Дуже бігом він поспішав туди до цих братів. Și їм пока. І старався в любим способом, щоб їх помирити. A fost chiar pentru biserici. Навіть було такі випадки навіть між церквами. Unde erau nemulțumiri între un pastor și alt pastor. Де було непорозуміння між одним братом, пастором і другим. El se implica acolo. Він входив і вникав в ситуацію. Și Dumnezeu îi dădea binecuvântare. І Бог давав йому благословення і слова підходящі до справи, щоб міг їх помирити. Și se făcea pace. І мир наступав. Ultima dată când ne-am întâlnit. Последній раз, як ми зустрілися. A fost pe 3 septembrie. Було 3 вересня. Era duminică seară. Була неділя вечором. A venit împreună cu alți doi frați. Він прийшов з другими братами. M-a întâlnit în biserică. Я зустрівся з ним в церкві. Și mi-a spus, de data asta am nevoie de ajutorul tău. І він сказав, цього разу я маю твою потребу в допомозі. Zice, am niște frați
din Ucraina. Я маю деяких братів з України. Ще треба ажитацію. І треба було допомогу проявити. Мотсмесло Дмитрію. Я дякую Богові. Dumnezeu a deschis inima fraților. Бог відкрив серце братів. S-a făcut o colectă frumoasă. Зробився збір гарний. Și ne-am despărțit cu un zâmbet pe buze. І ми розійшлися з посмішкою на устах. Iar luni, când am auzit vestea, а в неділю, коли я почув цю звістку, am rămas uimit. Я залишився дуже здивований. Și nu-mi venea să cred că s-a putut petrece așa ceva și așa de repede. Що так бистро і так аж могло бути це все так бистро пройшло. Vreau să amintesc câteva cuvinte. Хочу згадати деякі слова. Psalmul 90. Psalm 90. Omule, Dumnezeu Moise spune. Чоловік Божий сказав. Învață-ne să ne numărăm bine zilele. Научи нас так ісчисля дні наші. Dacă noi suntem cu atenție la viața noastră, якщо ми дуже обережні на наше життя, și cât de trecători suntem, які ми скорочасні на цій землі, putem să ne pregătim. Ми можемо готуватися. Și ziua aceasta a plecării noastre, і цей день уходу з цієї землі, nu ne va prinde, nu ne va lua prin surprindere. Не зловить нас в сюрпризі. Foarte scurt am să spun un lucru pe care eu l-am experimentat. Дуже в короткій фразі я скажу про річ одну. În 2004. В 2004 році. Am avut un stroc. Брат мав строк. Am ajuns la spital. Дійшов до больниці. După 4 ore. Через 4 години. Am fost în comă. Він був вже в комі. Am văzut plecarea mea de pe pământ. І бачив свій уход з цієї землі. Am ajuns la intrarea în rai. В видінні побачив себе, що вхожу в рай. Când am ajuns acolo, коли дійшов туди, Îngerul lui Dumnezeu mi-a spus. Ангел Господній промовив. Rămâi aici la poartă. Залишися тут у воріт. Mă duc să văd ce se face cu tine. Я йду подивлюся долю твою, що робиться з тобою. A intrat înăuntru în rai. Зайшов всередину в рай. S-a deschis două porți mari. Відкрилися дві великі ворота, гарні. Eu n-am cum să vă explic ce există. Я не можу вам омалювати і розказати, яка краса була. Nu există ceva pe pământ să fie asemănător cu lucrurile de acolo. Не існує щось на землі, щоб було похоже на то. În timpul acesta. І в цей же час. A apărut Domnul Isus. З'явився Ісус. Și mi-a spus un cuvânt. І сказав одне слово. Ce să fac cu tine? Що мені робити з тобою? Mi-am dat seama. Я осознав. Că în viața mea există o problemă. Що в моєму житті існує проблема одна. Și acum sunt la încurcătură. І я зараз в неловкому положенні. Ce ai de ales? Що ти маєш вибирати? Dacă rămâi acum aici, якщо ти зараз залишаєшся тут, vei rămâne pentru judecată. Ти залишишся для осудження. Nu mi-a spus păcate mari. Не сказав мені ура și dispreț. Не сказав мені гріх до смерті, але просто сказав, що це гнів і недооціненість. Lucrurile acestea, ці речі, mi încurcau intrarea în rai. Заважали мені вхід в рай. Noi știm, potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu, ми знаємо на основі Слова Божого, că ura este egal cu crima. Що гнів є на рівні з смертю. Dar vreau să vă amintesc. Але хочу нагадати. Raiul este realitate. Хочу нагадати і сказати, що рай – це є реальність. Cine se pregătește și ajunge în rai, хто готується і дойде туди, este foarte bine. То є дуже добре. Dar vă spun că și iadul este realitate. Але хочу сказати, що і пекло – це є реальність. Am văzut ce este în iad. Я бачив, що є в аду. Nu există vreo durere pe fața pământului. Не існує болі на землі, на всій землі. Ca durerea din iad. Боль і чувство пекла, яка є там. Un lucru care nu-ți dă pace. І одне
одна справа, яка тебе тобі не дає покою. Єш конштієнт. Ти розумієш і сознательний до того. Капотей са фі мантоїт. Що міг би бути спасеним. Ше не пасар'ята. Ай пердот раю. І того, що не був прощений, ти потеряв рай. Амо весте буна пентру домне вастра. Я маю одну хорошу звістку для вас. Домнезеу ва юбеште. Бог вас любить. Ше ва штяпта пе тоц ін рай. І чекає всіх вас в раю. Фіц бінекувантаз де Домнул. Будьте благословені Господом. Ще не нуні антальним аїч. І якщо тут не зустрінемося. Не в антальним рай. Побачимося там в раю на небі. Амінь. Это уже к заключению нашего богослужения. Давайте мы все вместе с группой споем. Я лицем в лице с Иисусом, спину с хором небесом, як лиш він прийде у славі. Судити подівав, я лицем лице з Ісусом, стрінусь скоро в небесах, як він явиться у славі, всіх судити подівав.
Займите, пожалуйста, ваши места, дорогое собрание. Я хотел бы поизвиняться перед англоговорящим и румыноговорящими братьями и сестрами, которые пришли. I'm so sorry, I will be speak Russian, because we have very short time to finish this service. Дорогие друзья, все пришедшие сегодня в молитвенный дом церкви Ефания, чтобы отдать должное нашему брату, который сегодня собрал всех нас в этом зале. Прежде всего, мне хочется, дорогое семейство Кацел, Анна Васильевна, ваши дети, ваши внуки, большое, счастливое, благословенное семейство. Примите от меня лично, от моей жены, семьи нашей, от многих-многих друзей, братьев-служителей, которые не могли быть, но они текстовали, звонили. Они сегодня вместе с вами. Я хотел бы сказать, что я разговаривал перед сегодняшним служением с сестрой Верой, и я, Вера, чуть не ошибся. Я сказал, у нас будет достаточно места в всем зале, но я смотрю, почти все места заняты. Мне пришлось бы извиняться, если бы еще пару сотен пришло людей сегодня, этот зал бы не вместил все те, которые рядом с вами в этот вечерний час. Дорогие, это милость, это проповедь, это жизнь вашего отца, вашего мужа, стране. Я положил на сердце сказать, мало кто из вас знал, что брата Ваню отчество Степанович. Правда? Кто его называл Степанович? Брат Ваня, любезно. Но мы все знали, что у него жена Анна Васильевна. Дорогие мужья, если вам даже 25 или 45 или 65. Сделайте так, чтобы ваших жен уважали и почитали. Всякий раз, когда мне приходилось встречаться с братом Ваней, когда я ее обнимал, я чувствовал влажную рубашку. Он никогда не был так, знаете, где-то так на веселе, пустые разговоры, ненужные общения такое. Всегда какая-то смысл и вложенная ценность, особенно во времени. И я желаю напомнить сегодня первый стих, который записан в 115-м псалме, 6-м стихом. Хотел бы сегодня напомнить, как Бог вообще смотрит на это событие, на эту ситуацию, что мы сегодня имеем предпохоронное служение, как бы прощаемся с нашим дорогим братом, другом, христианином, членом церкви. И сегодня, в этот день, мы читаем 115-й псалом, 7-й. 6 стих. «Дорога в очах Господних смерть святых Его». Бог говорит, посылает такое послание, такое откровение. «В моих очах смерть святых, она дорога». Вы представляете, что для Бога ценности земные – это есть просто, ну, как пар. Это есть просто легче пустоты. Но Бог говорит, смерть святых Его, она для Него дорога. Он ценит. Поэтому вот почему, дорогие друзья, сегодня мы хотим передать вам слова утешения. Мы знаем, что это доброта.
Эта искренность, эта посвященность, она передала вам, дорогие, передалась вам, дорогие дети. И она не останется в стыде. Она не останется в стороне вашей жизни. И вы, если будете это сохранять, вы переживете еще здесь, на земле, сколько Бог продлит еще нам всем жизни, вы переживете обильное Божие вознаграждение, милости Господне в свое время. Когда брат Ваня рассказывал историю, он всегда так торопился, спешил, что поначалу можно было не понять, о чем брат хотел сказать. Он просто спешил. У него не было времени на такие, ну, спокойные, задушевные речи. Он все был в движении. Я уже научился слушать до конца, а потом это как все пазлы будут расставлены, и мы все-таки поймем, это будет какое-то дело не личное, не для себя, не для своей семьи. Сегодня все, наверное, здесь отметили, те, которые смотрят по нас по онлайн, что у вас, дорогие дети, дорогие внуки, не осталось обиды, что папа, он нес домой, но он хотел, чтобы это принесло славу Бога. Любя вас, он стремился в том, чтобы через это прославился Господь. То есть он делал расчет, что Господь в свое время, он соделает больше, чем то, чем он может вас благословить. Это прекраснейший пример, достойный подражания. Это духовная математика, это духовные принципы, которые в действительности нам нужно усваивать и нам нужно их запоминать. Иван Степанович ушел в вечность 4 сентября на Лейбор-день, на День труда и на мой день рождения. После обеда мы готовились, брат Авраам, кстати, он тоже сейчас там на Украине, передавал привет, благословлял вас, дорогие. Так случилось, у него были куплены ранее билет на миссионерских полях. Вам приветствие, соболезнование. И когда он позвонил, как-то не верилось. И после того, где мы не встречались в церкви, люди, когда слышали, они были в каком-то, как бы потеряли речь. Как? Кто? Уточняли, точно ли это так? Как-то было, знаете, не совсем мы были готовы к тому, чтобы принять так спокойно расставание с нашим братом. И в этой заключительной молитве сегодняшнего похоронного служения, которое пройдет завтра на 10 часов на кладбище Тихая Гавань, я хотел бы, чтобы мы помолились за брата Ивана. Он сейчас находится в дороге, там возникли некоторые переживания, вопросы. И за сына они вместе добираются, чтобы быть. И должны в 12 сегодня ночи прилететь. Мы будем молиться о том, чтобы они успели на похорона завтрашние, так подстраивали дату. И пусть Бог поможет и благословит вас. Мы имеем такое желание помолиться за вас, дорогие ближайшие родственники, большое семейство. Мы не сможем всех дальних, двоюродных, троюродных, потому что вы займете всю эту платформу этого зала. Однако же самых близких мы приглашаем вас, чтобы вы прошли сюда. Пройдите, пожалуйста, встаньте здесь, повернитесь лицом к церкви, к вашим друзьям. Посмотрите на тех, которые сегодня вместе с вами, вместе стоят для того, чтобы поддержать, благословить, дать вам в какой-то мере прочувствовать, что
вы не одни в этой разлуке, вы не одни в этой скорби, вы не одни в этом расставании, а мы как церковь, как братья и сестры. Я хотел бы пригласить сюда братья-служители, пожалуйста, Вифани, с других церквей, где вы есть в зале, пройдите сюда, мы станем спереди, окружим и благословим вас, чтобы вы не печалились, как печалятся люди мира сего. Да, это разлука, да, это смерть, да, это расставание, да, будет многого недоставать. Однако же Бог да восполнит по богатству своему всякое у вас утешение, которое вы хотели бы, да благословит и утешит вас в вашей скорби. Писание говорит: «Итак, утешайте друг друга симы словами». И мы будем молиться и просить у Господа, чтобы Бог окружил вас своей заботой, ваших нуждах, ваших переживаниях, вашем земном странствовании, чтобы все вы, как Он и мечтал, о чем молился, чтобы все вы достигли жизни вечной. Давайте все, друзья, подымемся, помолимся, благословим и потом выслушаем объявление. Дорогой наш Господь и Бог наш, мы стоим у гроба нашего брата, который торопился, который спешил делать добро, который сеял добрые семена, который творил и делал это с радостью, делал это с большим посвящением. Мы благословляем сегодня сестру Аню, мы благословляем детей, благословляем сыновей и дочерей, и те, которые еще в пути во имя Иисуса Христа. Да, благословишь ты их перелет, и так, чтобы они успели, и завтра еще Он твоей власти, чтобы они могли еще встретиться и еще вместе разделить это земное разлук во имя Иисуса. Мы просим, Ты есть Тот, Который победил смерть и ад. Ты есть воскресение и жизнь. Мы верим и провозглашаем, что всякий верующий в Тебя, он не погибнет, но он переходит от смерти в жизнь. И мы молим Тебя, чтобы Ты благословил, чтобы все то доброе, благое, о чем молились родители, о чем мечтали, о чем надеялись, чтобы это осуществилось и пришло в жизнь большого родства, сыновей, дочерей, внуков. Боже, благослови милостью, благостью, заботой Твоей, попечением Твоим и рукою Твоею во всех их нуждах, утешением и заботой во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, можете занимать ваши места. Мы знаем, что завтра, может быть, не всем будет такая возможность. Сейчас мы сделаем так, что мы сможем пройти. Вот между четвертым, мы говорим, и пятым сектором, вот в этом проходе, мы будем формировать такую линию по два человека, и мы сможем пройти вдоль гроба нашего брата. Я бы попросил, братья, сестры, если все мы, посмотрите, сколько у нас много, большое семейство, если все мы будем задерживаться, если все мы будем приветствоваться, да еще целованием святых, вы понимаете, это будет до 12 ночи. Поэтому, пожалуйста, мы будем уважать и делать это быстро, как христиане, уважая рабочие наши. Если вы действительно торопитесь, мы предоставляем вам вот в этом проходе, между четвертым и пятым сектором, пожалуйста, мы сможем в линию
по два человека пройти мимо гроба, и завтра 10 часов на кладбище Тихая Гавань будет похоронное служение нашего брата. Бог да поможет и утешит вас. Пожалуйста, можете проходить, да, наши братья, да, покажите такой пример. И просим вас, пожалуйста, не задерживайте у гроба или у родственников. Вы сможете потом еще подойти и высказать ваше соболезнование. С миром Божьим, Бог да будет со всеми вами. Stringing lights on the door. Welcome back to your life. This is worth living for. There's so much left in store. And we don't get to choose who we get to love, who it is we're gonna lose, or what breaks our hearts in two.
one really dies if the love remains. 'Cause nothing that dies really goes away. See, grief, it's just like glitter. It's hard to brush away. Bright light and it still shimmers like it was yesterday. And it falls like confetti. All of the memories explode like a hand grenade. And it's sweet and it's bitter. Grief, it's like glitter. Oh, what a mess it makes. What a mess it makes. Past the now and the rage, the what if, and the praying on the hardest days. You accept what you can't change. But no one really dies if the love remains. And nothing that dies really goes away. Just like glitter, it's hard to brush away. Bright light and it still shimmers like it was yesterday. And it falls like confetti. All of the memories explode like a hand grenade. And it's sweet and it's bitter. Grief, it's like glitter. Oh, what a mess it makes. What a mess it makes. Something you should celebrate. Some people leave early and others get to stay. And hearts they burst like fireworks at the end of the parade. See, grief, it's just like glitter. It's hard to brush away. Bright light and it still shimmers like it was yesterday. And it falls like confetti. All of the memories explode like a hand grenade. And it's sweet and it's bitter. Grief, it's like glitter. Oh, what a mess it makes. What a mess it makes. Had
I feel it by myself. No, I'll be safe.
can't say this to your face, but I know you hear. I'll see you again. You stringing lights on the door. Welcome back to your life. This is worth living for. There's so much left in store. And we don't get to choose who we get to love, who it is we're gonna lose, or what breaks our hearts in two. No one really dies if the love remains.
Cause nothing that dies really goes away. See, grief, it's just like glitter. It's hard to brush away. Bright light and it still shimmers like it was yesterday. And it falls like confetti. All of the memories explode like a hand grenade. And it's sweet and it's bitter. Grief, it's like glitter. Oh, what a mess it makes. What a mess it makes. Past the now and the rage, the what if, and the praying on the hardest days. You accept what you can't change, but no one really dies if the love remains. And nothing that dies really goes on. Just like glitter, it's hard to brush away. Bright light and it still shimmers like it was yesterday. And it falls like confetti. All of the memories explode like a hand grenade. And it's sweet and it's bitter. Grief, it's like glitter. Oh, what a mess it makes. What a mess it makes. Something you should celebrate. Some people leave early and others get to stay. And hearts they burst like fireworks at the end of the parade. See, grief, it's just like glitter. It's hard to brush away. Bright light and it still shimmers like it was yesterday. And it falls like confetti. All of the memories explode like a hand grenade. And it's sweet and it's bitter. Grief, it's like glitter. Oh, what a mess it makes. What a mess it makes. Had you in my life.